В рамках реализации региональной инициативы номер 2 в городе Минске Республики Беларусь, а в частности Белорусской государственной академии связи, создан учебный центр для людей с нарушением слуха по изучению инфокоммуникационных технологий. В этом центре обучаются учащиеся средних школ города Минска с нарушением слуха. Прогресс достигнут такой, что в настоящее время учащиеся средних школ очень заинтересованы в этих курсах. Мы начали на новом, более высоком уровне преподавать им информационные технологии, в отличие от того, как преподается это в средней школе. Большая заинтересованность и большой спрос среди обучающихся средних школ именно с нарушениями слуха обучаться в нашем центре. Также в наших планах расширение возможностей центра и создание такого центра не только в городе Минске, но и в других региональных городах. В частности, мы планируем в следующем году открыть такой центр при поддержке Международного союза электросвязи в городе Витебске, а в частности в Витебском филиале Белорусской государственной академии связи.